Тревор! Господи, что же нам делать? Кто поведет самолет? Папа, тебе вести! Спокойно, всем успокоиться. Самолет все равно вести некому. Я поведу самолет. Ты? У нас ЧП на борту, так? Все равно меня будете винить. Разве Альф сможет вести самолет? Но он же прилетел на космическом корабле. Это точно, разницы никакой. А что это за штучка? Понятно. Ты сможешь? Надеюсь. Надо только пролистать инструкцию. Здесь нет никакой инструкции. Тогда я не смогу. Альф, законы аэродинамики одинаковы по всей вселенной. Да, ты прав. А какие законы?